И этот-то соблазн. Тут ничего, нахсу ссора. Получает диплом «Селекционная надежда». Стоит заметить, что он вчера также выиграл скачки. Селекция умеет дипломы «Блянтагдарлангян» «Пельван Хон». Лақабли 49-чи рақам остидаги кул рангли айғир айнан кеча пойгада ҳам юткалигини сизларга маълум қиламиз. От пойгасида биринчи ўрин. Демак, 3-чи ўрин, азизлар. Қора рангли Вилли Сим лақабли 54-чи рақам остида ҳаракатланган айғирга насиб этди. Отаси Мардан, онаси Дочмай, эгаси Аллюр от спорткомплекса. Третье место завоевал вороной жеребец по кличке Вилли Сим под номером 54. Владелец конно-спортивный комплекс Аллюр. Табрикляемыз, ана энди икинчи орынны эгеллеген иштракчимызны тагдырлаймыз. Турак рангли Азамат Шер лақабли 53-чи рақам остида ҳаракатланган айғирга айнан 2-чи ўрин насиб этди. Отаси Алон Шайл, онаси Гайхат Шайл, эгаси Аргамак Шер. Демак, ҳар бир соврандорimizга эгаллаган ўрнига қараб махсус диплом, махсус рангдаги розетка ва ташкилотчиларнинг қимматбаҳо сўвғаси топширилмоқда. Скиф Хон лақабли айғирга насиб этди. 61-чи рақам. Отаси Айгиркан, онаси Гана. Эгаси Озбегин от завода. Знает, что Майя была там. Демак, Скиф Хон шарафли айланан амалга оширмоқда. Почетный круг победителя. Гнедой жеребец по кличке Скиф Хон номер 61 становится чемпионом Азии турнира «Жемчужина Востока 2023. Все сорвали где-то здесь. Здесь? Куда? Я в машину скажу, это поставлю. Я здесь. Давайте, наверное, для майского, где для декабрьского, полгода раза. Чувствуете, да? Да, конечно. Ushbu ring g'olib va sovrindorlarni taqdirlash marosimi yakuniga yetgach, yana san'atkorlarimizga navbatni beramiz. Aytibdiqlar, shunchaki o'tirib tomosha qilishdan tashqari raqsga tushib, aynan vaqtni choq o'tkazish ham taqiqlanmaydi. Shunday ekan, agar xohlovchilar bo'lsa, yuragi e'tiborlar bo'lsa, davramizga taklif etamiz. Bemalol chiqib, raqslarga tushib, bugungi bayramni aynan ko'tarinki kayfiyatda o'tkazsangiz bo'ladi.